Итак, 10-й ход, последний на сегодня, так как я уже засыпаю. Первый игрок у нас Вилсон. У Вилсона никаких показателей не меняем, ничего не восстанавливаем. А вот у Аманды восстанавливаем увеличительное стекло. И переходим к фазе движения. Вилсон у нас просто восстает в больнице. А Аманда у нас пойдет в закусочную гипс. Раз, два, три. Фаза контактов. Так, кость не будем бросать. Посмотрим карту снизу, так как я уже перемешал. Больница Святой Марии. Пройдите проверку удачи с модификатором минус 2, чтобы вытянуть уникальную вещь из какого-то свитка, которого забыли в комнате ожидания. Хороший контакт. Так, давайте-ка перевернем колоду, чтобы я знал, что ее надо перемешать. Эту колоду надо перемешать, и вот эту мы в прошлый раз не перемешали. Итак, удача 4. Мы воспользуемся кроличьей лапкой. Это у нас дает плюс 1, 5, 5 минус 2, это 3 кубика. Пожалуйста, Вилсон. Вот сейчас нужен строго один успех. Будет больше, еще лучше. Ну хотя бы. Так, о, Вилсон на этот раз-то нас не подвел. Ты получаешь еще одну уникальную вещь. Это у нас рукопись иллюминатов. Том. Ну, том мы постараемся передать Аманде. Истощите и потратьте 2 пункта движения, чтобы пройти проверку знаний с модификатором 1. Если вы не проходите, ничего не происходит. Если вы проходите, вы теряете 1 единицу рассудка и можете либо вытянуть одну карту навыка и сбросить эту карту, либо получить одну улику и сохранить эту карту. Ну, естественно, получать улики. Что ж думать. Так, ну, а с Амандой все проще. Ее затягивает на плато Лен. Вот оно у нас тут как хорошо. Так, ну и контакт. Красный или зеленый? Желтый не подходит. Красный подходит. Страна снов, бездна и появляется монстр. Ну, будем надеяться, что это будет... А хотя подождите. Сейчас заклинание ничего не стоит? Ничего. И здесь написано, что это происходит действие только в Архаме. Тем более, что тут что-то астрономическое. Так что это действует и во всех иных мирах. Так. В прошлый раз мы брали из пула шестиугольников. Но так как у нас черные коза лесов, мы все равно возьмем из пула шестиугольников. Так, пожалуйста, кого-нибудь слабого на этот раз. О, гуль! Слабак. Так, 0 плюс 1. 1 кубик. Бросаем. Нет, не прошли. Потратить улику, либо сойти с ума. И оказаться потерянной во времени и пространстве, потерять один ход. Ну, у нас есть знак древних, мы им воспользуемся, так что теряем улику и перебрасываем этот кубик. Так, не везет. Ох. Как говорится, казино. По крайней мере, когда я играю с одной группой товарищей, мы всегда это поем. Когда тратим слишком много улик подряд. Так. Ох, все улики пойдут. Уж лучше было потеряться время пространства. Да вы шутите. И последняя улика у нас входит. Ой, потеряла все улики, еще и потерялась во времени и пространстве. И так как она потеряла
весь свой рассудок, она еще и получает и карту безумия. Ну, либо теряет половину своих вещей. Нет, ничего я терять не хочу, так что я вытягиваю карту безумия. Паранойя. Сбросьте всех своих союзников, вы не можете получать союзников. Потеряете одну единицу рассудка, если вы находитесь в той же зоне, что и другой сыщик. Ну, нам все-таки придется один раз встретиться, но это будет стоить нам одну единицу рассудка. А хотя нет, давайте сюда поставим. И наша любимая фаза мифа. Так, неназываемая. И улика в лесах. Ну, улика не появляется, она просто исчезает. Портал у нас открывается в Югот. Новый портал или наплыв, новый жетон на трек безысходности. И так как новый портал, два монстра. Так, точно, это же карта среды. Что-то я прошляпил с картами среды в этой игре. Извиняюсь. Так, два монстра. Так, шестиугольник. Ух ты, красавец. Летающий полип. И кто у нас тут будет? И звездный вампир. Ой, друзья навек. Друзья навек. Три крутость и три крутость. И оба те еще поганцы. Так, кто-то из них передвигается? Нет, к счастью. Оба останутся на месте. И еще два монстра у нас должны были появиться на улицах торгового района, но так как город у нас переполнен монстрами, они оказываются на окраине. Так, один из обычного пула, один из пула шестиугольников. Темный юнец, неудивительно, их там больше всего. И трясун измерений. А вот на этом ход заканчивается. 10-й. Спасибо за внимание.